бы хотелось с кем-то поговорить, что как бы вот мне интернет улучшить надо мне. Возможно. Номер договора, номер лицевого счета называйте. А, понимаете, я просто корпоративный клиент, вот получается. Номер договора, номер лицевого счета. В смысле? Называйте номер договора или номер лицевого счета, без смысла. Вам номер паспорта назвать? Зачем мне номер паспорта? Мне нужен номер договора или номер лицевого счета. А лицевой счет это что? Лицевой счет вашей организации. Я иду как физическое лицо, понимаете? Ну вы только что сказали, что вы корпоративный клиент. Вы, во-первых, сами себе противоречите. Девушка, во-вторых, вы первый оператор, обратили... который у меня просит лицевой счет, блядь. Что за бред? Вы меня на 600 рублей... Во-первых, не материтесь, умейте разговаривать вежливо. Я вам за сегодня первый раз звоню. Вчера 7 раз звонил. Вы вчера меня на 100 рублей нагрели и сегодня на 500 рублей. Я вас ни на что конкретно, как вы выразились, не нагревала. Я не сказал, что ты меня нагрела. Я сказал, что вы меня нагрели. Компания Мегафон. Разговаривайте, пожалуйста, вежливо. Оператора. На этика общения. Не надо тупить, а то я всех поувольняю оттуда, блядь. Набрали малолеток. Так, поскольку вы нецензурно выражаетесь, я вынуждена прекратить разговор. Вам со мной не разговаривайте, а соединяйте с другим оператором. Охуели, блядь. Добро пожаловать в контактный центр «Мегафон» сибирского филиала. Угу. Как стать клиентом «Мегафон», узнать адреса салонов связи, нажмите 1. Блокировка и замена сим-карты. Нажмите 2. Узнать о тарифах компании «Мегафон». Нажмите 3. Узнать настройки для интернета. Нажмите 4. Для перевода в контактный центр другого филиала. Нажмите 5. Если вам нужна помощь специалиста контактного центра, нажмите 0. Вот и перевела. Какие тупорые. После завершения разговора со специалистом, пожалуйста, оставайтесь на линии и оцените качество обслуживания. Для нас очень важно ваше мнение. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, девушка. Я попал в компанию «Мегафон». Да. Вы оператор. Да. Сейчас я вам скажу. Вот смотрите, девушка, как вы думаете вообще, зачем я вам позвонил? Вчера, за вчерашний день я звонил ровно 7 раз. Сейчас посмотрите, пожалуйста, информацию по моей сим-карте и подумайте, зачем я мог вам позвонить? И зачем я вам так часто звоню? А номер будет этот или другой? Вот именно вот этот вот номер. Посмотрите, пожалуйста. У вас сим-карта не активируется. Ну как не активируется? Вы не видите информацию? Потому что ваша... Нет, я вашу информацию по номеру не вижу. Клиент не найден, с которого номера звоните. Как я не найден? Давно покупали сим-карту? Да у меня вот эта сим-карта уже 3 года. Угу. Так, ну нет, этот абонент не найден. Я корпоративный клиент, вы корпоративный оператор? Корпоративный? Нет, я всех переведу на корпоративное обслуживание. Ну а вот перед вами девушка была, она лопухами сейчас поращелкала, меня не перевела. Что за бред вообще? Я сейчас переведу в минуту, пожалуйста, ожидайте, трубку не кладите. 5 минут ожидаю. Уважаемый клиент, специалист сможет ответить на ваш вопрос менее чем через 2 минуты.
Мегафон, Татьяна, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, девушка. Вот смотрите, я вот попал в компанию Мегафон, вы оператор, правильно? Да, все верно. Вы сейчас информацию по вот этой сим-карте моей можете глянуть? Номер телефона продиктуйте, пожалуйста. 8-923-441-48-91. И еще подождите. Сейчас вот вы посмотрите... Я не могу одновременно несколько номеров проверять. 923-441-48-91. Вот именно вот этот вот номер, с которого я вам звоню. Так, по этому номеру мне, к сожалению, информацию не проверить. Номер сибирского филиала, вы сейчас позвонили в северо-западный. Девушка, вот фокус-то, вы уже третий оператор, которого я прошу перевести меня на сибирский филиал корпоративного оператора. Вот что у вас там за работа? Оставайтесь на линии, я вас соединяю. Да вообще... Вы соединение со специалистом, оставайтесь на линии. Да нихуй дозвонишься, блядь, нормально. А списали с меня 544 рубля. За хуй собачий вообще. На 90 рублей меня объебали. В минус. На минус одну копейку. С оператором подписи. Здравствуйте, меня зовут Максим. Чем могу помочь? Здравствуйте. Я надеюсь, это сибирский филиал? Да. Это хорошо. Меня уже три раза на него переправляли и постоянно то в Москву попаду, то на Урал, то еще куда-нибудь. Короче, вот вы сейчас посмотрите по моему номеру информацию, сможете же? Да, конечно. Вы оператор компании Мегафон, правильно? Да, верно, верно. Никакого там Газпромбанка, ни Хоум Кредит, правильно? Нет. Ну, это хорошо. Вот смотрите, сейчас вы посмотрите информацию по моей сим-карте и сами догадаетесь, зачем я вам позвонил. Вчера я скажу вам, я звонил 7 раз ровно. Вчера у меня возникало несколько проблем, а именно 4. Их исправили. А сегодня какая могла проблема у меня вылезти? С безлимитным интернетом в 30 гигов. Ну, может быть, мне номер назовете. 8-923-441-48-91. Везде как дома подключено. Интернет безлимитный. Сейчас информация загружается. Ну а что вот здесь не работает? А что у меня там плохого на моей сим-карте? Назовите мне фамилию, имя, владельца и серию номера паспорта. Сердце Фортуна Александрович. Серия номера паспорта 5211053680. Вот здесь минус на номере. А почему минус-то? Вот как я не понял. У меня вчера два раза минус становился. Сначала минус 1 копейка, потом минус 3 копейки, потом херак минус 16 рублей, а теперь вообще минус 544 рубля. Вообще, что за проблема, я не понял. Сейчас скажи, почему у вас минус. У вас абонентская плата начислилась. За что? По вашей услуге. По вашей услуге интернета. Как она может начислиться, если у меня вчера было ровно 580 рублей, примерно часов, наверное, в 12 по Москве. У меня списали эти денежные средства примерно, сейчас я скажу, знаете во сколько? Ой, не соврать вам, где-то примерно, может быть, в 13, может быть, в 14 часов по Москве. 30 гигов мне дали, абонентская плата никаким способом не могла списаться, потому что мне переподключали этот интернет. Ага. Сейчас информация загружается. Минут на линии оставайтесь, хорошо? Хорошо. Thank you.
Заявка-то заявка, вы мне причину скажите вообще, списание моих денежных средств. Ну, вас, я вижу, списывались по мегабайтам, тарификация была. Ну, а что за бред, вы видите, что у меня функция вчера была подключена несколько раз, везде как дома. Ну, я и говорю, что сейчас минут на линии оставайтесь. Вы понимаете, хорошо, что это не мой косяк, а компания Мегафон, правильно? Ну, этот вопрос решится только через заявку, я вам сразу говорю. Ну, вы видите, у меня на данный момент подключена услуга везде как дома. Да, подключено. Ну вот, видите. А сейчас у меня возникли трудности. Я вот на работу не поехал из-за того, что у меня трафика нет, из-за того, что я такси не смог вызвать, у меня сим-карта в минусе. И я сейчас на работу опаздываю. И как мне быть? И мне сейчас целую неделю ждать, пока вы мне деньги эти последние мои, 500 рублей закинете на сим-карту. Ну, я еще раз говорю, я только сейчас заявку могу составить. Я понимаю. Ничего сделать нельзя будет. Я знаю, что если можно. Если вы хотите сделать какую-то компенсацию, вы можете собрать все документы и перечень детей. Какая мне компенсация? Мне нахрен не нужна. Мне нужны мои деньги. У меня вчера было положительный баланс был, а не отрицательный. Я сегодня проснулся и опоздал на работу из-за вас. Смотрите, вы вчера уже звонили к нам. Я знаю. И вы поэтому решили мою проблему. Но вы ее решали почему-то неправильно. Сначала я позвонил, сказал, отключите мне 20 числа, везде как дома, потому что я в домашний регион приеду. Мне ее нужно было отключить сегодня, 20 числа, 05 месяца, 13 часов по Москве я попросил. А мне ее 19. Не заявку составлять? Конечно, составляйте. И деньги мне возвращайте по-быстрому. Я вот сейчас сижу дома и не могу ничего сделать. Мне нужно на работу уехать. Оставайтесь минут на линии, хорошо? Хорошо. Спасибо за ожидание, но здесь уже заявка по этому вопросу составлена. Именно по 544 рубля составлена заявка, или что? Или вы хотите сказать, ну, что мне 90 рублей вернут, которые у меня забрали вчера, которые я в минус ушел, потом я опять в долг взял? И сейчас вы хотите сказать, что вы на вот эту вот, на 544 рубля не хотите мне заявку составлять, а чтоб мне 90 вернули, а потому вы что вот повторно заявку я не смогу составить. Могу составить, вы можете хоть штук 10 составить. Или хотите сказать, что я еще раз говорю. Но заявка по этому вопросу уже составлена о том, что у вас денежные средства списались. Какие списались средства? Вы сейчас составили ее? Или какой-то другой оператор? Здесь вчера вечером, в 10:30 вечера вчера составлялась заявка. И сколько у меня там нужно вернуть было денежных средств? Здесь не написано, уже просто написано, что нужно будет возврат сделать денежных средств за все. На все. Здесь написано определенно. Я понял. За этот период. За этот период, за вчерашний. Ну никак не за сегодня. Да. Вчера я мог выйти еще в интернет. Так у вас вчера абонентская плата списалась. У вас вчера деньги все списались. У вас сегодня абонентская плата по услуге списалась. Она не может списаться, если вы некорректная. Я говорю, корректное сегодня списание абонентской какое платы, а вчера именно по мегабайту тарификация. Молодой человек, вы о чем говорите? Я вчера перепутал. Я еще раз говорю, здесь заявка составлена. Я говорю, составляю новую на возврат 544 рублей моих. Составляйте. Вы сейчас еще раз говорю, здесь заявка составлена. Я понимаю. Вы под запись сейчас разговариваете.
И ваши операторы тоже разговаривали. Хорошо. Составляйте заявку. Не надо говорить, что вы не можете. Я еще раз говорю. Не можете составить заявку. Я сейчас перезвоню так же само под эту запись другому оператору, он мне ее составит. И вы будете разговаривать по-другому со своим начальством. Я говорю, вы со мной не шутите. Составляйте заявку. Я еще раз говорю, здесь заявка составлена. Я сказал, составьте новую на возврат 544 рублей. Именно вот эта вот проблема у меня возникла, и вы ее должны решить через заявку. Я еще раз говорю, заявка составлена по вчерашнему вопросу. Сегодня корректность. Мне вчерашний вопрос не интересен. Меня интересует новая проблема, которая у вас возникает через день. У вас списалась абонентская плата за услугу. Вы здесь считаете это корректно? Это корректно? Я еще раз говорю, сегодня было списание корректное. Это очень корректно. Заявка составлена. Ладно, хорошо. Теперь смотрите. Заходите и смотрите, когда я вчера обновил интернет. Сколько у меня вчера было списано? По Москве примерно с 12 часов до 16 часов по Москве. Сколько денежных средств было списано? И за что? Смотрите. Да, конечно. Сейчас информация загружается. Я в ожидании. У вас вчера вы баланс пополнили. На сколько? Деньги на счету. У вас не было вчера абонентской платы на 580 рублей. На 580, да? Ладно, да. Теперь смотрим. 580 рублей, ладно, конечно, конечно. Сейчас у меня минус 544 рубля. Вы хотите сказать, на 1224 рубля у меня прошла плата? Куда деньги мои остальные делись? Вы два раза хотите? Я еще раз говорю, я же сказал, по вчерашнему вопросу заявка составлена. При чем тут вчерашний вопрос? Вчера вы сами понимаете. Так вам сегодня абонентская плата начислилась. Вам абонентская плата сегодня начисляется. И заявка составлена по этому вопросу. Какого перехода она ожидать? У меня сегодня составляется? Если я вчера позвонил... Я говорю, позвонил, заявка вчера составлена. Если я вчера... А сегодня корректное начисление. Вы меня можете послушать? Если бы я вчера позвонил по этому поводу, по этому интернету, я не такой дурак, я знаю, что я говорю. Я не зря сказал, обновите мне интернет. Обновляют, когда интернет, это полностью функция, переподключается интернет. А не остается, допустим, один день, допустим, у меня 19 числа произойдет списание абонентской платы, а я буду, блядь, 30 гигов за 500 рублей покупать, и вы у меня на завтра эти гиги хуяк? Спрятали. Осталось даже у меня, допустим, 20 гигов, а они у меня сгорели. И теперь я буду как лох, что ли, опять 500 рублей платить? Нет. Поэтому я и позвонил и попросил переподключить услугу. Мне ее переподключили. А сегодня каким-то образом у меня еще денежки списали. И при том, при всем не 550, при том... У вас корпоративная сим-карта. У вас деньги на следующий день списывается, абонентская плата. Что? Вам пакет сразу начислился. Я говорю, у вас сим-карта корпоративная. Вы можете детализацию заказать, и вы увидите, что у вас деньги на следующий день списываются. У вас не в этот день списываются деньги. Ой, не в этот день, да? А куда тогда я вчера? Ну-ка историю мне расскажите вчерашних моих денежных средств. Куда мои 580 рублей? Я же сказал, вот здесь по мегабайтной тарификации. По этому вопросу заявка вчера была составлена, чтобы сделать перерасчет на эти денежные средства. Короче, это бред. Вы, короче, вы лохотрончики, я вам постоянно это говорю. Вот я что не позвоню, вот через раз. Хорошо. Да? Я вам информацию предоставил. Вы можете даже название канала вам сказать, название канала, где вы будете смотреть. И через вот минутку я перезвоню другому оператору, и он сейчас будет разбираться по-другому, не так, как вы. Хорошо. Вы будете наблюдать за этим делом? Нет. Не будете? Хорошо, сейчас я прямо перезваниваю, не прекращая запись. До свидания. До свидания. Компания Мегафон приветствует вас. Компания Мегафон, Татьяна, здравствуйте, слушаю вас. Девушка, мне нужен сибирский филиал корпоративного оператора. Мобильная связь, правильно понимаю? Правильно. Потому что сейчас попали в отдел фиксированный. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, на мобильную связь, переключаю вас. Хорошо. Для соединения со специалистом оставайтесь на линии. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Чем могу помочь вам? Здравствуйте, девушка. Я надеюсь, вы корпоративный оператор сибирского филиала? Да, все верно. А ваш номер можно лично сказать рабочий?
22-21-59. Угу, спасибо, девушка. Вот теперь у меня возникла такая ситуация. Я вам сегодня звоню уже третий раз. Получается, оператору вчера я звонил 7 раз. Как бы у меня возникло вчера 3 проблемы. Сегодня вот уже не успел проснуться даже. Возникла еще одна новая, конечно, проблема. И она нерешимая. Вот смотрите. Вчера я позвонил, не буду говорить, какое время, это уже как бы лишнее. Попросил отключить 20 числа, вот именно сегодня, в 13 часов по Москве, чтобы у меня отключили услугу везде, как дома. Ладно. Хорошо, жду. Короче, положил я себе 580 рублей на сим-карту, короче. Позвонил операторам, попросил переподключить услугу интернет, вот эту вот, какая там есть сейчас, L, 30 гигов мне дается за 550 рублей. Короче, потом, через несколько часов, я смотрю, у меня сим-карта в минус ушла, на 1 копейку. Ушла сим-карта, я звоню, почему? У вас отключили везде, как дома. Я говорю, как так вообще возможно? Ну ладно, все, туда-сюда. Короче, мне вернули эту услугу везде, как дома. Денежные средства мне там, я в долг, по-моему, взял, закинул. Подключили, все, ладно. Интернет у меня есть, там 29 гигов как надо. Ладно. Потом, короче, вечером происходит такая ситуация. Через некоторое время у меня уже минус 16 рублей. Я звоню, как так? Она говорит, у вас подключено 2 услуги, везде, как дома. Подключена сегодня, подключилась, как бы, была подключена, короче. А, вот мы сейчас, говорит, подключили, 19 числа, раз они вот отключили были, сейчас заново ее подключили. И за 20.06 подключили вам, или за 6.06, что-то такое она сказала. Ну, короче, за июнь еще за 20, у меня списалось 2 раза. Получается, у меня было там 16 рублей, по-моему, на балансе, положительный баланс, стало минус 16. Ладно. Они разобрались с этой, короче, херней. Потом, короче, составили заявку. Я денежные средства взял опять в долг. Короче, все нормально стало. Сегодня утром встаю, у меня минус 544 рубля. С услугой везде, как дома. С безлимитным интернетом. Вообще, что за бред? Сейчас мне молодой человек сказал, что у меня прошло корректное списание за интернет. Абонентская плата. С учетом того, что я вчера позвонил и попросил переподключить мне интернет за 550 рублей. А переподключить интернет, это значит то, что он начинает действовать с момента переподключения, а не с того момента, когда я его месяц назад подключил. И это не значит, что у меня через полсуток пишут заново деньги. И в итоге у меня получается 584 рубля куда-то за сутки, меньше даже, чем за сутки, делать. И я еще остался виноват в том, что у меня еще как будто бы корректно эти денежные средства списали. Сегодня я опоздал на работу из-за того, что у меня не было интернета, и я не смог набрать Яндекс.Такси. Вот я прошу вас разобраться и как можно быстрее вернуть мои денежные средства, желательно в течение часа, потому что я не уеду на работу. Сроки рассмотрения обращений всегда идут от 1 до 7 дней. Девушка, вы сейчас поэтому именно можете составить заявку на 544 рубля? Молодой человек сказал, что не может, потому что вчера была составлена заявка, но не поэтому. Вы обязаны составлять любую заявку. И именно... Я вас выслушала, мне дайте, пожалуйста, также ответить на все ваши поставленные вопросы. Я вам объясню еще в течение полминутки. Я хочу, чтобы вы конкретно отдельно составили новую заявочку по именно вот этим 544 рублям, а не по вчерашней проблеме. Потому что эта проблема более серьезнее, чем вчерашняя. Не 16 минуту, рублей. Пожалуйста, ожидайте. Хорошо. На вчерашний день. Я знаю, у вас мегафоновские специалисты, они не очень-то это умом-то блещут, я понимаю. Это я уже понимаю по операторам. Судя по тому, что я уже, получается, 9 раз звоню. Кого 9? 10-й раз. И как бы вот я прошу вас составить новую заявку, понимаете? Заявка по данной тематике составлена. По какой именно? О том, что у меня 2 раза подключилась услуга везде как дома, вчерашняя. А сегодня... По поводу списания интернета.
Ну да, вчера. Они этого не заметят, я вам говорю, девушка. Я могу с вами поспорить. Не нужно будет со мной спорить, но у вас заявка уже передана. Нужно будет дождаться решения специалиста. Девушка, а вы понимаете, что я сейчас в минусе, и я не могу ни с кем связаться? Понимаете, у меня это последние... У меня это последние денежные средства были. Вы меня можете напрямую сейчас с менеджером связать, вашим главным? Нет, это невозможно будет. Ну как невозможно? Они не общаются с абонентами. Ну как не общаются? Если бы мне вчера сказали, что могу с ним пообщаться, если вот даже заявочку составили, как это он позвонит? Ну заявку передано, ожидайте, пожалуйста, решение. Ну а лично я не могу, да? А у вас, на данный момент нет. У вас он в офисе далеко там сидит? Эта информация не относится к услугам компании Мегафон. Я имею в виду, вы напрямую где к нему можете сами сходить и поговорить с ним по этому поводу? Нет, это невозможно. Невозможно, да? Невозможно. То бишь, мне можно забыть про мои денежные средства, да, в течение недели. Нужно будет ожидать решения заявки, сроки рассмотрения от 1 до 7 дней. А вы, девушка, скажите, пожалуйста, за последние сутки, вот, даже меньше, за полсуток, вот, за последние 12 часов сколько у меня денежных средств было списано и за что? 550 у вас было списано за переподключение интернет-опциям? Вчера. Угу. За переподключение, заметьте, девушка, за переподключение. Ну, за трафик. Да. То есть здесь трафик у вас был. Ну, и тем более это услуга. Обновлен. Услуга переподключается, да. А трафик не обновляется просто так. Он добавляется на 5 гигов. Понимаете? А нет, у вас не на 5. Девушка, я знаю. Я говорю, за 230 рублей он обновляется, а когда переподключается интернет, тем более уже за 550 рублей, это соответственно обозначает, что у меня услуга переподключается заново и начинает действовать с того числа, на которое число она была переподключена, а не с того момента, когда я впервые подключил. Правильно? Я не буду с вами спорить. Вы некомпетентный оператор, девушка, или что? Как это спорить? Вы мне скажите, я у вас спрашиваю. Ну, ваше утверждение я не буду опровергать. Это не утверждение, это вопрос. Я правильно все понимаю? По вашему вопросу была передана заявка. Девушка, вот сейчас я правильно все понимаю, все, что я вам сказал, я правильно понимаю по поводу переподключения? Услуга становится у меня обновленной и начинает действовать с того числа, когда она переподключена, правильно? Да. Вот именно. Абонентская плата вот. И обновляется пакет. Вот. Переподключенная, да? Так, обновленный интернет, все. Теперь вот сегодняшние 544 рубля в минусы. За что у меня ушло? У вас абонентская 550 рублей за тарифную опцию были списаны. Ну как может она за тарифную опцию быть списана? Девушка, вот сами вот... Вам не смешно? Если переподключали, то это корректное списание. Какое корректное списание? Вы о чем говорите? Спорить, вы вообще не должны меня были в минус загнать, это вообще бред полный. Меня никогда в минус не загоняли на столько денег. Если в денег не хватает, у меня интернет вообще автоматически отключается, останавливаются все действия, и ни в коем случае вы меня в минус не загоняете. Я сейчас просто могу плюнуть и выкинуть вашу сим-карту и послать вас всех. И с этими аудиозаписями вы будете сами виноваты, блядь. Я вас всех записываю. И всегда буду записывать. И постоянно. Я говорю, я постоянно вам звоню, и у вас одни косяки у Мегафона. Еще какие-то вопросы у вас будут? На данный момент информация вся в техническую службу передана. Нужно будет дождаться решения... Девушка, сделайте пометочку в кратчайшие сроки, чтобы мне это сделали. Информация передана, что необходимо в ближайшее время решить ситуацию. Ну хорошо, вы потом себя еще, девушка, послушайте. Я думаю, что вы самый умный оператор окажетесь из всех тех, с кем я разговаривал. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего, до свидания. Да. Ебаные мутанты, блядь. Дебилы, блядь. Джерри, что случилось? Час назад он поднялся с приятелем в воздух и самолет рухнул. Где именно? В 60 милях отсюда, возле Назарета. Какая ирония судьбы. Прости. Забудь. Джерри, подожди нас. Мы сейчас приедем. Снова самолет? Да. Едем. Куда? В Назарет. Сера? Это потрясающе. Вот, ребятки, и извинения со стороны Мегафона, блядь. Конечно, жаль, Чака, но, боюсь, все далеко не так просто. А в чем же дело? Самолет Чака рухнул через 40 минут полета, так же, как рейс
24.85. 40 минут? Что это значит? Библейская символика. Ну и в ковчег 40 дней потопа. Число, означающее...